Доброе молочное утро! Если вы любите бутерброды на завтрак, не обязательно отказываться от этого калорийного блюда. Ведь такая еда способна зарядить организм энергией на целый день. Главное сделать бутерброды максимально полезными. Сегодня готовим горячие бутерброды с беконом и сыром. Для приготовления такого завтрака понадобится всего 20 минут. Берем свежий хрустящий багет и вырезаем сердцевину. Вот такая лодочка получается. И нарезаем на небольшие кусочки. Они нам еще понадобятся для начинки. Теперь 5-6 полосок бекона обжариваем на сковороде. Когда они подрумянятся и появится хрустящая корочка, положим бекон на бумажные салфетки, чтобы убрать излишки жира. Диетологи утверждают, что нужно питаться так, чтобы на утреннюю еду приходилось 30% от калорийности всего дневного рациона. Если завтрак будет соответствовать этому условию, как у нас, лишние килограммы не прибавятся, а все калории истратятся в течение суток. Итак, 5 яиц и 3 столовые ложки молока взбиваем до однородной массы. Теперь добавим немного перца, нарезанный зеленый лук и натертый сыр, примерно полстакана. Оставлю немного для финального посыпания. Сыр – очень ценный продукт, чемпион по содержанию белка. Находящиеся в нем питательные вещества усваиваются организмом почти полностью. А еще кусочек сыра перед едой пробуждает аппетит. Хлебный мякиш пропитываем яичной смесью. Теперь отправляем бекон на дно нашей лодочки. Накрываем сверху мякишем, поливаем сверху остатками смеси, присыпаем сыром и можно отправлять в духовку. Температура 175 градусов. Багет можно считать готовым, когда края станут коричневатыми, а сыр запечется до хрустящей корочки. Такой ароматный завтрак обязательно придется по вкусу всей семье. Готовьте с удовольствием, ведь еда должна быть не только полезной, но еще и очень красивой. Для моего завтрака я использовала молоко и сыр Брест-Литовск от компании «Савушкин продукт». Ведь Савушкин всегда из свежего молока. Приятного аппетита! И начинайте свой день с молочного завтрака!